Всем привет, с вами Нильфгорн, это замечательная игрушка. Ой, как-то Нильфгорн, у меня голос как-то скользнул. Здесь у нас разведка боем, то есть есть капитан, командир как бы, и пока он жив, поддержка будет приходить. То есть ей нужно убить капитана противника. В принципе, с одной стороны все легко, но тут все зависит, наверное, именно от капитана, от его, так сказать, умелости, маневренности, ну и, конечно же, поддержки, которая его будет прикрывать. Это уж... Вон, я вижу уже капитана, кстати, он в другую сторону летит, не в ту, в которую я полетел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это что это у нас ракета-то уже откуда-то фигачит? А? Опять ракета. А ты смотри-ка, что творят, а. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это войнушка. Вон-вон. Зараза. Ненавижу истребителей. Ракета. Уходим. Блин, ну это жестковато, конечно. Смотри-ка, чё? Парнишка, да ты чё-то, я смотрю, обнаглел. Ну где мои, блин, вечно... Я почти грохнул командир, ну, по крайней мере, навалял я ему хорошо. Щиты сбил, это отлично. А, он, посмотрите, он прям, так сказать, в бою, прям в центре замеса всего происходящего. А где все наши? Что-то я не... А, вот наши, я как-то странно. Вроде бы снизу вверх, как правило, всегда была, как-то сбоку. Очень... Да откуда вы ракета-то уже? А, это, наверное, такая ядерная ракета подразумевается, то есть, которая пускает большие... Смотри-ка, исчез, зараза. Где, командир? Оп. На шар будем валить. Что-то я вечно так неудачно как-то захожу. Ну тут, конечно, уже корабли, блин, 6-го ранга вот стоит, чувак. Эх, мой слабенький у меня кораблик для таких боев, конечно, но, к сожалению, ничего не поделаешь. От 5-го ранга начинаются бои с 5-го по 9-й, то есть ничего не поделаешь здесь, как бы придется с чего-то начинать, с чего-то маленького, как бы, ну, и рано или поздно. Ладно, давайте перейдем в другую тактику, то есть тактику отстрела, в принципе, как и в большинстве таких игр, это вылез, стрельнул, то есть не влетая. Потому что, ну, я играю все-таки один, получается, без команды. То есть мне некому помочь, некому поддержать мой прорыв, так сказать. Поэтому... Да, ты что-то нагло вообще, очень нагло себя ведешь, парнишка. И вот смотри, такое чувство, что мне никто больше не помогает его убивать, да? Он меня один разбирает. Жесть, просто жесть. Воу. Смотри, что творит, а? Что творят, а? Ладно, давайте перейдем просто на другую сторону. Раз тут плохая защита, то перейдем на эту сторону. Это не проблема. Вот этого бы снять, конечно. Смотри-ка, что творит, а? Не, ну мы проигрываем, конечно. Блин, у них уже 14 настрелено. Офигеть! Вот шмаляют они чем! Сурово. Ну, конечно, да. И синее орудие, то есть, ну, прокачанное следующего уровня, 4-го тира, с торпедами. Ну, он даже... Это фиолетовое 3-го тира.
не синие даже, ребятки. Что я там хочу? Там такой урон прилетает, конечно. Поэтому, наверное, наших вот и как раз таки и разбирают. А, у нас убили, да, у нас убили командира. Это печально, на самом деле, собственно говоря. Тут уже ничего не светит, потому что, ну... Смотрите, какой урон он наносит. Забавно, то есть вот по массе бьет. Очень классно. Ну, печально получилось. Нуба Тима, да, сразу у нас отцы появляются в тиме. Ладно, следующий бой. Следующий бой, командный бой. Уничтожить корабли противника, то есть фиксированное количество противников, 35, и нас 35. То есть 35 раз мы можем вызывать поддержку, то есть 35 раз возрождаться. Не каждый, а вообще команда вот. И за это, ну, число надо это убрать у противников, а нам выжить. То есть, ну, в принципе, забавная карта. То есть вот этот туннель здоровый, это как бы разрушенный корабль или что-то, какая-то, ну, база может быть разрушенная. То есть, и в принципе происходит все в ней и вокруг нее. То есть тут... То есть тут довольно-таки такой бой интересный получается. Наружу, если вылезть, ну, вылезать, то тут сразу можно получить от снайперов, от дальних... От дальних атак. Да что такое-то? Опять, ну... у всех прокачанные стволы. Ну вот, невероятно, у него уже вот... А, фиолетовый. У меня зелененькие пушечка, зелененькая, маленькая, манюсенькая. Блин, надо, конечно... Честно говоря, стволы там прокачиваются от получения фракционных наград. У меня так медленно, 125 тысяч там надо на фракционы, ну, чтобы получить. What? Есть. Чтобы получить следующие фракционные, как бы, ну, прокачку. И, честно говоря, это такой огромнейший. Смотри-ка, что творят, а? Вот он просто в упор меня расстреливает, зараза! Вот скотина! Пока я занимаюсь одним, он... Он... Уаа, ракета! Да что ты... Откуда он? Опять этот, кстати. Опять синий вот этот убийца, блин. Штурм... Синим... Ой, с фиолетовым оружием. Зараза. Сволочь. Обидно. Блин, вот честно, я не представляю иначе, как так вот они быстро прокачиваются. Либо это уже такой, ну, высшего, высокого ранга. То есть он, это не первый корабль. То есть, возможно, так. И поэтому у него уже, собственно, и... Ох, какой сладенький, просто... Просто... Ой, мамочка, ракета, не хочу ракету. Не хочу. Надеюсь, она не самонаводящаяся, а такая, ну, прямо летящая. Умри! Вот чё творят, а? Вот чё творят-то, а? Вот. Зараза, ну вот, и опять, нет, нет, это не тот вроде, да, это вроде не тот. Просто добили, на самом деле, у меня уже все перезаряжалось, щиты перезаряжались. То есть, ничего не поделаешь. Ну ладно, урона в сумме, конечно, я нанес много, одного убил, это нормально вроде бы. Вроде бы убил. Все, у меня уже бой, все смешалось, я уже не помню, что происходит. Уйдем от ракеты сюда, потому что здесь нам ничего не светит.
Что такое-то вот этот вот? Смотри-ка, попасть не мог. Вот этого нужно грохнуть. Он прям... Это что такое там вообще? Зараза, вот просто вовремя незамеченный противник меня убивает. Идем вроде бы наравне. Будет как-то так. Меня часто убивает, и я, похоже, больше всех теряю очков, чем все остальные. Не спорю, я в этой игре не профи, то есть, ну, вообще, как бы, я играю по фану, у меня пока тактик никаких нету, я, знаете, глупо, наверное, вырабатывать какие-то тактики, если у вас корабль даже, ну, не на максималку раскачан, так сказать, то есть вы не можете выжить, вам приходится выжимать из корабля реально вот какими-то другими путями, то есть тактикой там брать, пытаться... Уа, это мой сладенький. Вот. Сладенький, я тебя помню, ты зараза такая. Меня уже пытался убить. Есть. По-моему, я отомстил. Вот это он опасно сделал. Он исчез. Вот здесь ничего не поделаешь, просто придется драться. Ну, тут в любом случае ничего не поделаешь. Тут два истребителя было, и... Один штурмовик меня таранили. Ну как так уж, я еще долго придержался, по-моему. Эх, жалко, конечно. Командный бой в любом всегда, ну, в любых таких играх командный бой решает, конечно. Но, к сожалению, во-первых, я и не играю в нее так много, чтобы собирать какую-то команду, это раз. Ну и во-вторых, да и не из кого собирать больше, так скажем. Есть. Я помогу тебе, помогу, чувак. А то, заразы. Смотри, чё, понавадились. Как коршуны на батик налетает поодиночке. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот это я вылез, конечно. Умри! Да, детка, да. Бёрн, детка, бёрн. Чё ты... Смотри-ка, чё творит, а? Ах ты... Модуль не работает, сука. Это на меня накрыли меня щитом дебафным, то есть, ну, как бы, грубо говоря, дебаф наложили, то есть, есть такие модули, которые накладывают дебафы, то есть, отключают модули, отключают гипердвигатель, ускорение, которое, то есть, турбо, то есть, вообще останавливают, что и произошло со мной на несколько секунд. Это, конечно, все происходит... Довольно-таки быстро, и отходишь от этого довольно-таки быстро, но в сумме, на самом деле, это очень так печально, потому что, если, конечно, вы один, то есть дебаферы, как правило, истребители, если вы один, конечно, вам ничего не светит, но если вас несколько, то есть ваш дебаф поддержит огнем, то есть вы там остановили кого-то, и... Сейчас, секундочку, я... Есть! Надо ракет докупить, у меня ракеты кончились в ангаре вообще. Смотри, какой он... Какой он толстый, блин. Кстати, мы выиграем. Да пролезай в дырку-то. Есть! Уйди, отвали от меня! Отвали! Зараза! У него ж рыжая пушка, это ж...
У Зохан, ну Зохан, вот смотрите, вот здесь вот Зохан меня уроном из рыжей пушки аж стрелял. Я даже не представляю, как такие доставать-то, а у него есть. Ну как так-то, блин, и это пятый ранг. Но это явно уже прокачанные аккаунты, именно аккаунты. То есть у них уже есть мощные, наверное, корабли. То есть, ну, какие-то там максимальных рангов. И просто они здесь, допустим, добирают какие-нибудь очки дополнительные. Эх, не то включил, не то включил! Включил. А, ну все, их двое осталось, нас шестеро. Кстати, это... Спрячемся от ракеты. Нас очень мало осталось. Нас осталось четверо, их один. Точнее, у них одна поддержка. У нас три поддержки осталось. То есть, вот, не кораблей четыре и у них один, а поддержек осталось. То есть, вот я, похоже, сейчас потрачу последнюю поддержку нашу. А у них... Все. Они, точнее, потратили. Все. И вся фишка в этом, что не добить все корабли, а именно выбить все вот именно поддержки эти. Так, ну это награда конечная. Здесь пока что денежки, денежки, денежки. Денежки и... Денежки. Вот здесь вот можно достать фиолетовые модули и оружие. Довольно-таки неплохо я настрелял, на мой взгляд. То есть я даже третий... Смотрите, я... Нифига себе, я 10 раз умер, но 10 я жертв забрал. Это прям... А, нет, 10 по... 10 раз помог я. Это не смерти, да. Ну ладно, сбил я народу тоже много. 10 человек, больше всех. Я не спорю, что сбить это, ну, понятие такое. То есть, я же не полностью прям сначала все щит снял, потом весь его корпус разобрал, так сказать. Понятное дело. Но на третье место это очень вполне даже. Тут вот даже я не сомневаюсь, что он на первом, потому что он у него, смотрю, 3 корабля и довольно-таки все, он все какие-то такие выглядит очень суровые. И не удивлюсь, что это не пятый совершенно ранг. Тут какие-то мне даже очки дали, черепа какие-то уничтожили противника, который уничтожил ваш предыдущий корабль. Кровь за кровь было. Это что у нас? Сбить того, кто уже уничтожил несколько ваших кораблей и остался жив. А, я такой... Ну вот, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. И давайте, если вы наберете 60 лайков, я тут же начну снимать новую серию, выкладывать ее. И буквально, ну вот, как я увижу, что вот 60 лайков набрано, я сразу начну ее сделать, сразу, то есть, записывать. Собственно говоря, это произошло вот буквально недавно. Точнее, я буквально недавно это заметил. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Нильфгорн. Надеюсь, вам нравится игра, потому что лично я очень много и приятного фана от этой игры получаю. И думаю... будут получать все. Будем модернизировать оружие потихонечку, будем прокачиваться, смотреть, что дальше. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока.